Привет, Илья, впереди выходные. Куда посоветуешь сходить? Привет, Максим. Сейчас расскажу, начнем с субботы. В этот день в совхозе имени Ленина пройдет традиционный ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Евгения Панова. Начало соревнований в 10 часов. В этот же день, но в 12.00 в гостиничном комплексе «Орловский» состоится мероприятие под названием «День серфовой собаки», в рамках которого зрителям представят собак разных пород, занятых в различных сферах деятельности, например, спасательной, гвоздь программы, дефиле собачьей моды. Еще одно интересное мероприятие пройдет в субботу на спортивной базе школы номер 6, где состоится первенство по стритболу «Спортшанс 2017». Начало в 10 утра. А уже в 2 часа в районной библиотеке музыкальная студия «Деревянные лошадки» представит публике свои литературно-музыкальные композиции. С субботой все, переходим к воскресенью. 28 числа в гостиничном комплексе «Орловский» в рамках 12-й спартакиады городских и сельских поселений района пройдет турнир по большому теннису. Начало в 10 часов. Любителям вокально-инструментального творчества стоит посетить историко-культурный центр, где в 15.00 начнется концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Ну и в заключении снова о спорте. 28 мая на стадионе «Металлург» в рамках чемпионата России по мотоболу видновчане встретятся со спортсменами из Краснодарского края. Начало спортивного поединка в 5 часов. У меня все, Максим. Не скучных тебе выходных. Спасибо, Илья.